С работы идешь, аж реветь охота. Вот так все выворачивает. По выходным тоже? И по выходным тоже. Громкой истории за Пашком больше 7 лет. Еще в 2015-м жители Боровихи объявили войну местному заводу по производству костной муки из-за смрадного запаха. Лето, жара, духота, и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. С требованием избавить село от вони к руководству предприятия, которое в нескольких метрах от жилых домов, люди сначала обращались самостоятельно. Позже писали жалобы местным властям, а потом и вовсе обнародовали проблему, пригласили СМИ. Даже сами чиновники говорят, что нарушено то-то, то-то, и это все, ну, как бы оно толком не рассматривается. Только за три последних года завод 4 раза навещали разные надзорные органы. Они вынесли с десяток предписаний, а в 2020-м по решению суда предприятие на месяц даже приостанавливало деятельность. Кто называет технический жир, кто называет просто биологический отход. Но вот этот продукт, он не учитывался ни в одной из систем. Справедливости ради отметим, большинство нарушений завод устранил. Для этого на предприятии провели частичную модернизацию. Установили специальные фильтры и шлюзы. Но полностью от зловонного запаха Боровиху это не избавило. Люди продолжали настаивать на закрытии завода, но он обеспечивает работой несколько десятков человек и исправно платит налоги. Здесь у меня бизнес основан. У вас бизнес, одна жизнь. 3 года назад инициативная группа жителей обратилась и к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. По его запросу в краевой администрации вице-губернатор Лукьянов провел совещание. Обсуждали, как костный завод соблюдает земельное, лесное и природоохранное законодательство. Через год был направлен очередной депутатский запрос на имя Лукьянова. Его суть – попробовать разрешить конфликт не с помощью карательных мер, а конструктивно. И вот, наконец, спустя 1,5 года, а за это время сменился и директор завода, и руководство района, первый шаг сделан. В администрации Первомайского района проходит встреча всех заинтересованных лиц. Здесь ваша помощь понадобится. Поэтому вопрос. Вот у нас задача ключевая, чтобы предприятие работало. Мы же не злодеи, соответственно, предприятие работало, развивалось. Но чтобы и жителями, как бы, у нас этот вопрос был разрешен. Участники встречи сошлись во мнении о переносе костного завода в другое место. Осталось найти такое, что совсем непросто. Новый участок должен отвечать санитарным нормам, то есть находиться не ближе, чем за 1000 метров от населенных пунктов и быть обеспеченным необходимыми коммуникациями и подъездными путями. То есть логистически вам вот это устраивает? Нам вообще идеально, потому что мы со стороны Бийска везем всю Бийскую зону, весь Барнаул свозим. Мы возим и по старому мосту, и по новому мосту. Если администрация района подберет оптимальный вариант, руководство завода готово комплексно модернизировать предприятие. По словам директора, это будет уже не просто цех по переработке, а завод замкнутого цикла. Мы увеличим не только объем производства, мы увеличим качество производства. Да, мы можем минимум в 2, даже еще в разы увеличить количество рабочих мест. По подбору участков точно формального отношения не будет, потому что я прекрасно понимаю, что такое производство. Промышленное производство должно быть в Первомайском районе. Ну, это, во-первых, прежде всего рабочие места, но оно должно быть как бы обоюдно, скажем, выгодное. И для предпринимателей, и для администрации, и для населения. Участники встречи готовы совместно искать новое место для завода. Для этого решено составить техническое задание, где будут прописаны требования к земельному участку. Мы все заинтересованы в том, чтобы бизнес работал и развивался, но не в ущерб интересам жителей села. Поэтому я предложил создать наблюдательный совет и в том числе включиться в эту работу в онлайн-формате, для того, чтобы мы могли обмениваться информацией и при необходимости подключаться в режиме взаимопомощи. Это такая первая конструктивная встреча, мы ее оценим достаточно конструктивно. Следующая встреча, где уже представят варианты для переезда костного завода, пройдет через месяц. Мы будем следить за развитием ситуации. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком.